Сейчас у меня в гостях Андрей Игнатов, представитель компании «Магнит». Андрей, расскажите, какой вопрос вы сегодня обсуждали? Сегодня на сессии «Рыба и морепродукты» обсуждалось место категории в ассортименте современного ритейла. Мы говорили про существующие предпочтения потребителей, мы говорили о том, как они меняются за последние годы, и, собственно, к чему это может привести, каким образом можно повысить, улучшить эффективность ассортимента. Какие тренды и тенденции на 2019 год прослеживаются? В целом можно говорить о повышении потребительского знания, то есть покупатель больше внимания уделяет качеству продукта, который он покупает. Покупатель более неоднозначно считает, что охлажденная рыба – это всегда благо. У покупателя есть альтернативы наподобие продукта бортовой заморозки, товар очень хорошего качества, который может себе позволить покупатель как альтернатива охлажденке, при этом сохраняющий все, качественные параметры рыбы. А предпочтение все-таки отдается фреш или заморозке? Сложно ответить на этот вопрос, в том плане, что все зависит от знания товара, экспертизы, отношения покупателя к экспертизе ритейлера. Да? То есть если ритейлер в состоянии показать и доказать, что товар, который он выкладывает у себя, хороший и качественный, это один разговор. Если же ритейлер в состоянии показать, что мы предлагаем лучший ассортимент по лучшим ценам, и вы можете быть уверены в том, что вы берете лучшее качество за те деньги, которые вы тратите, это тоже вариант, который имеет право на существование. Какое у вас общее впечатление сложилось о выставке World Food 2019? Впечатление положительное, очень сильно понравилось, увиделся с большим количеством партнеров, с которым не виделся уже несколько лет. Спасибо вам огромное.